Уважаемые коллеги, в этом здании Сеченовского университета с 11 по 13 декабря этого года состоится конгресс. Но это будет необычный конгресс. Он будет состоять из трех частей. Первая часть – экология и здоровье. Вторая часть – лазерная медицина. И третья – это выставка. Ну, на выставке будет 40 стендов, в рамках которых будет показано оборудование и книги по тематике нашего конгресса. Значит, конгресс сделан по экологии и здоровью, сделан академиком Рахманиным. Он собрал более 40 академиков, которые детальным образом расскажут о проблемах, связанных со здоровьем и экологией. Далее, значит, конгресс по лазерной медицине создали, значит, академик Александров и ваш покорный слуга, и в рамках этого конгресса будет более 40 профессоров, которые доложат о проблемах лазерной медицины. Будет, наверное, один академик, но он сделает ключевой доклад о работе, о механизмах влияния лазерного излучения на биообъекты. Значит, чем будет необычен конгресс? Ну, во-первых, это звездный состав. Значит, будут академики, член-корреспонденты, профессора, лауреаты Ленинской премии, лауреаты премии, государственной премии, премии Ленинского комсомола, люди, которые выпустили до 90 докторов. И чтобы каждому было понятно, насколько данный лектор является специалистом, мы в разделе, в приглашении, в разделе, где описано, значит, наши ключевые лектора, мы написали их как бы трудовую биографию, связанную именно с этим материалом, который он будет докладывать. Мы хотим, чтобы наши лектора, значит, сделали три вещи. Первое. Сделали доклад, название которого указано в приглашении. Затем лектора должны выделить прорывные технологии среди, значит, докладов, постерных докладов, среди участников конгресса, среди тех, кто представит оборудование. То есть будут такой документ «Прорывные технологии, отмеченные на конгрессе». Этот документ будет подписан ведущими специалистами, и мы его будем как бы эксплуатировать в трех вариантах. Первый вариант – мы пошлем в Министерство здравоохранения для с попыткой реализации этих прорывных технологий. Далее мы с помощью e-mail разошлем 300 тысяч специалистов России, то есть все будут ознакомлены с этой программой и подписаны они будут ведущими специалистами. Мы ведем переговоры с рядом академиков, значит, и лекторов, и те люди, которые собираются принять участие, которые будут иметь в своих руках государственные программы с государственным финансированием по своим направлениям. Смысл заключается конгресса в том, чтобы вот те прорывные технологии, которые будут представлены участниками, лекторами и людьми, которые работать будут на стенде, они, значит, вошли в эти программы. Работа на эту тему ведется, значит, там пока, значит, так сказать, есть конкретные предложения, мы о них будем рассказывать в дальнейшем.
Значит, мы хотели бы сказать, что Конгресс будет иметь и такой нормальный вид, смысл которой заключается в том, что будут лекции, значит, и обсуждения. Как будет происходить обсуждение? У нас будет 6 кофе-брейков. Значит, люди на Конгрессе будут ходить по выставке, и будет банкет, в рамках которого, значит, люди в самой неофициальной обстановке обсудят ключевые проблемы тематики нашего Конгресса. Ну, мы это самое думаем, что интересно будет людям участвовать в трудах. Значит, труды Конгресса будут сделаны в двух вариантах. Первый вариант – это мы труды Конгресса опубликуем в черно-белом варианте и раздадим, это будет около 2000 экземпляров, в основном раздадим участникам, и кроме этого будет отправлено в электронном виде, в цветном виде, в электронном виде 300 тысяч специалистов. То есть, если вы прислали цветную рекламу или графики цветные, то на бумажном носителе они будут в черно-белом варианте, а вот в электронном варианте уже в цветном варианте. Мы хотели бы сказать, что здесь огромные возможности для общения, и мы эту проблему общения постарались развить. Значит, у нас есть люди, которые будут продавать книги, у нас есть люди, которые будут участвовать в Конгрессе и, значит, обеспечить гостиницы, туры, если надо, это самое, визу для иностранцев. Мы хотим, чтобы люди, которые приедут в Москву, приехали с сопровождающими, и для них тоже будет интересная программа, которая, значит, они договорятся с нашими специалистами по вот, гостиницам и турам. В целом, я думаю, что люди, которые приедут на наш конгресс, они сумеют качественно выше выйти на более высокий уровень благодаря, первое, прослушают лекции, второе, пообщаются с огромным количеством специалистов. Ну, количество специалистов предполагается до 700 человек. И, в-третьих, значит, получат возможность внедрить свои передовые технологии в, как прорывные, значит, в те программы, которые мы им предложим, а также, значит, мы их распространим среди, ну, практически всех специалистов, которые есть в России. Технология эта простая, она отработана, значит, охватить их несложно. В целом, мы приглашаем вас на наш конгресс и считаем, что вы не пожалеете, если посетите наш конгресс.